Продолжается чемпионат республики по футболу. Последний домашний матч прошел на поле с искусственным покрытием у спорткомплекса «Садовик». За кубок сражались команды «Стерлитамак» и «Учелинский горняк». У меня планы сегодня только на победу. Очень хорошо готовились к сегодняшней игре. Плотно. Игра была равной, преимущественно мячом владела стерлитамакская команда, но удача оказалась на стороне гостей. Хозяева смогли забить только один гол благодаря Артуру Губайдуллину. Итог 1-2. На протяжении всего матча команду «Стерлитамак» поддерживали болельщики. Болельщикам я хочу сказать огромное спасибо. Не только болельщикам, нашим фанатам, всем, кто в этом году приходил к нам на футбол и болел за нас, и поддерживал нашу команду. Всем огромное спасибо.